Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ежик, с вами Дмитрий, ну а мы продолжаем Диско Элизиум. Мы, конечно, продолжаем, но как мы можем продолжать вести расследование дальше, вот с такой просто низкой силой воли, силы духа? Ты же коп! Ты ведешь расследование! Как? У него крепкие мышцы у нашего главного героя. У него развитый мозг, хотя в запущенном состоянии, но нет просто силы воли. Ему отказала девушка, он все в слезы. Ему напомнил там этот профсоюзный деятель про пистолет. Потерянный. Он начал биться в истерике. И чем это все закончилось? Написали в газетах. А если кто-нибудь там сорвет цветочек или раздавит жука, не дай бог, это что, все в петлю лезть? Мне нужно что-то с этим делать, и я думаю, что поскольку у меня появилось очко навыков совсем недавно, я это одно очко в одну эту ячейку, единственную, я все-таки его вставлю и прямо сейчас. Потому что, ну, с такой силой воли нам дальше просто ничего не светит, мне кажется. Поэтому нужно держать себя в руках. Ну, хоть немного. Отлично подойдет адекватным и уравновешенным копам, не склонным к самоубийству. Конечно. Если мы найдем пистолет, первое, что мы сделаем, это застрелимся, наверное, с такой силой воли. Поэтому пускай будет так. А, тут что-то Ким Кицураги, сила воли, проверка белая, да, открылась. Ким Кицураги, я не помню. Yes. Да. Так, ну внутренняя империя это да, и шансов никаких. А что это было? Где это было? Расскажи мне еще раз о деле. Нет, в этом деле ничего нет такого. Лейтенант пожимает плечами. Жертва частный охранник, нанятый и заявивший в трудовом конфликте корпорации. Тут не нужно быть долорийским эрудитом, чтобы сложить 2 и 2. Не вижу, где может появиться какой-то еще налет тайны. И лично я считаю, что трудовые конфликты максимально таинственные. Тогда вам повезло, ведь прямо сейчас в разгаре стачка профсоюза докеров, а может и не просто стачка. Профсоюз явно хочет урвать кусок не только грузового порта, а и самой корпорации Wild Pines. Так, стачка ли это? Или первый шаг к пролетарскому перевороту? Предвижу, что расследовать само дело будет не так сложно, как разобраться с этими местными нюансами. В этом районе не привыкли к присутствию РГМ, а профсоюз редко берет на себя так много, как сейчас. Ох, ничего себе, как мы далеко зашли. Ладно. Да, наверное, все-таки исполнителей этого преступления, может быть, будет легко найти, если они еще живы. Да, а вот заказчиков навряд ли. Стоп, это стачка или попытка переворота? Стачка, переворот, революция. Называйте как хотите, это так или иначе разбой. Ты чувствуешь, как тебе в голову поднимает голову знакомое чувство, оформляется мнение. Ух ты. Нам бы этих пролетариев расстрелять, фарш доскормить свиньям. Нам бы этих владельцев расстрелять. Столь ограниченное количество исходных данных не дает мне со своей определенностью решать, кого лучше растирать фарш и скармливать свиньям. Нужно поварить в себе это решение и да, национализм. Когда я сказал, что нам придется разбираться с местными нюансами, я не имел в виду, что мы сможем на них повлиять. Я имел в виду, что нам надо вести себя осторожно, иначе это дерьмо нам же в лицо и прилетит. Он взмахивает рукой, указывая, куда именно приземлится дерьмо. С воображаемого вентилятора. Что же вы еще хотели узнать? Так, подожди.
Думаю, что следует знать, что я ничего не помню. Он не может это осмыслить, даже поверить в это. По-моему, требуется повторить. Я правда ничего не помню. Имело место избыточное пьянство. А вы не пробовали думать о чем-то, кроме своих личных дел? Что-то неожиданно резкое слышно в его голосе, будто его достало слушать про твои личные данные. О чем мне думать? Попробуйте о работе, о текущем деле. Творить чудеса. Но у меня нет даже базовых знаний об этой вот организации, которой мы принадлежим, понимаешь? Новое задание – подведение итогов с Кимом в конце дня. Ладно. Но сперва надо прожить этот день. Работа заканчивается в 21:00. Если к тому времени еще останутся вопросы, я вас сориентирую. Вот так вот, да? Новое задание, как полезно. Ну, вообще полезность разговаривать здесь, особенно здесь. Боюсь, это уже медицинская проблема. Да ну. Лейтенант смотрит на вас с видом медика, оценивающего серьезное повреждение. Выглядите нормально. Понимаешь, мы имеем дело с серьезными повреждениями нервной системы. Когда я стоял перед зеркалом, то понятия не имел, кто передо мной. Ты понимаешь, как все сложно, Ким? Вся эта психическая мелодрама не к лицу офицеру. Но я понимаю. Он явно предпочитает думать, что ты симулируешь. Ему не вообразить, что человек в состоянии так написан, чтобы стереть всю свою жизнь. Ну, куда уж ему. У меня, понимаешь, какая-то травма мозга. Беспрецедентного просто масштаба, Ким. Ух ты. Да ты что, задание попёрли как? Тогда вам стоит обратиться к врачу. Можете связаться с лазаретом вашего участка по радио у меня в Киеве. Хотите обсудить еще что-нибудь? Да где же это... Давай о тебе поговорим. Обо мне, о тебе. Не вижу, как следствие касается моя жизнь. Но просто, ну, поскольку нам приходится работать тесно бок о бок, и ты постоянно за мной ходишь, то давай поговорим. Я-то о себе ничего рассказать толком не могу, давай хотя бы о тебе. Нам будет проще работать, если мы наладим отношения. Что ж, справедливо. Ладно, ради пользы следствия, что вас интересует? На тебе очки? Ну и что? Ну, плохо видит, и что? Расскажи о себе какую-нибудь тайну. Лейтенант двигает бровью, чуть прищурив один глаз. Нет. А видишь, значит, тайна есть, Ким. Значит, что-то у тебя есть, какой-то скелет в шкафу, да, Ким? Ну еще раз, ну... Мозг посылает сигнал твоим губам, но они не выполняют приказ. Что-то их парализовало. Ты готов поспорить, что это как-то связано с бровью лейтенанта? Что со мной происходит? Что-то не так, детектив? Что происходит? Ты будто кукла в его руках. Сдаться. Лейтенант расслабляет брови, и к тебе возвращается возможность двигаться самостоятельно. И чего себе? Он подавил мой авторитет, да? Ну, его же нет. Ладно, пока все. Где все-таки, черт побери? Позвонить в лазарет в участке – это хорошо. Подведение итога в конце дня. Ким может ответить на оставшиеся у вас вопросы по поводу дела РГМ. Найдите его на балконе танца в тряпье после 20 минут, прежде чем отправиться спать. Где мы сегодня будем спать? Это еще неизвестно. Неизвестно, и будем ли мы вообще спать. Где вот это Ким Кюсураги, сила воли? Где эта проверка? Я забыл. Я забыл. Мне требуется помощь. Мне требуется в лазарет срочно. Пошли, Кип. Где эта дверь? Ключ у нас есть. Пошли. Проболтали бы с тобой. Теперь, поскольку у нас сила воли есть, да, вот теперь два раздельчика. Сразу нас так просто теперь не прогнешь, не возьмешь. Сидишь все, да? Мокнешь.
Так, слушай, может быть, магазинчик, а? Да ладно, магазинчик, успеем мы еще деньги потратить, да? Прям уж магазинчик. И поскольку сейчас есть... Есть у нас небольшая сила воли, поэтому пока обождем. Слушай, опс, что такое? Великий город Ревошоль мокнет под дождем. Капли падают с карнизов и стекают в канавы, смывая грязь. Ух ты ж. Ревошоль. Еще много мест, где мы не были. Где не ступала нога суперкопа, да? А здание-то смотри, как разрушено, развалено. Сколько еще всего, сколько работы. А уже вечер. Должно быть, пришла весенняя оттепель. Снег тает. Что я делаю? Ты смотришь в небо. С волос стекает холодная вода. А что я вижу? На сером небе словно огромные военные корабли друг с другом сталкиваются тучи. Сверху льется дождь. Что же я чувствую? Влажно. Плащ защищает тебя от дождя, а город вокруг дрожит. Что там на западе, а? Скажи. Твою ж мать. Полосы дождя над водой. Полос. Лестница, уходящая в океан. Волны одна за другой омывают побережье Мартинеза, которые лодки, тихо покачивающийся тростник. Развалины наполовину затонувшего морского форта осыпаются в бухту. За заливом Ревошоля в небеса поднимаются призраки. Провести рукой по мокрым волосам. У тебя на голове гнездо жирных волос, присыпанных пеплом местных угольных электростанций. Где-то вдалеке, в небе, поднимаются столбики дыма. А на востоке что? Огромные ворота грузового порта закрыты. У тебя по спине пробегает холодок. Ты содрогаешься, словно зверь, который пытается стряхнуть капли воды со своей шкуры. Передернуть плечами еще раз. Ты дергаешь плечами, опускаешь взгляд вниз. Грязная дождевая вода, словно вены на снегу, покрывающем площадь. Две зеленые туфли из крокодиловой кожи смиренно стоят на мозаичной мостовой площади. Интересно. Жилой комплекс Кеймспай, многоквартирные дома жмутся друг к другу, все еще храня пули калибра 4.46 в своих истерзанных войной каменных стенах. Лестничные пролеты, разрушенные снарядами в давным-давно проигранной войне, белевые веревки, мокнущие впустую под дождем, слышны звуки радио. Дневные новости. А ближе? Двор. Дождь поливает крышу сарая, угольные разводы в луже под ногами убитого. Распухший труп раскачивается на дереве. Капли дождя катятся по его холодным щекам. Как поэтично все. Как можно описать даже труп разлагающихся? А что на юге? Пробка. Дождь барабанит по крышам машин. Запертые внутри водители наблюдают, как вода стекает по лобовому стеклу. Статуя короля содрогается, ему тоже холодно, мост через канал поднят, что на другой стороне. Дорога идет вверх, шоссе поднимается по насыпи, огибая гетто. За бетонными опорами на север распространились море крыш, деревянных конструкций и смолы. Повсюду четырехэтажные строения, залитые дождем, в Джемброке тает снег. С какого ты района? Возьми братуху вдоль, лес рубят, щепки летят. Почему я здесь, а не там? Чтобы быть в Мартинезе, там, куда никто не ходит, там, откуда вытекает давно позабытый канал, в самой белой части города в тени того дня, когда Ревошоль пал. Что я здесь делаю? Стоишь под дождем, смотришь на север, на материковую часть, где раскинулся рок-город Джеброк. Уже и дождь закончился. Вздрогнуть и смотреть. Над крышами Джеброка, над съездом в шоссе, едва видная за пеленой непогоды громоздкая переоборудованная фабрика шелка. Участок 41, сутулившись, мокнет под дождем. Видение расплывается, ты вытираешь лицо рукой, дождь режет глаза, заставляя посмотреть наверх и моргнуть. А что наверху? Под прикрытием туч, словно привидения, зависли аэростаты коалиции. Там наверху, где небо плачет дождем, тихо вращаются хвинты, теперь ты их четко видишь. А что внизу?
Забитые ливневки, старая канализация, затопленная дождевой водой, тайники с оружием времен революции, двери, ведущие в Лероем катакомбы, три столетия принимаешь свои объятия благородных мертвецов. А-а-а, твою ж мать. Лить еще долго будет, хорошо хоть мы одеты по погоде. Идем. Да уже закончился дождь, Ким. Пока я тут... себе немножко копался. Уже все. Пойдем посмотрим, Ким. И давай, не отставай. Так, этого гражданина я не видел, но с этими я знаком. Да. Чтобы зарабатывать, надо их тратить, но с ним как-то болтать не получается. Не знаю. Нет, ну, наверное, здесь пока ничего. Тогда знаешь что? Тогда я предлагаю... Что я предлагаю? Пойдем. А что, это не осматривал, что ли? Я это не осматривал, как так? Ты видишь следы шин на коричневой слякоти, покрывающей мозаику площади. А ну-ка. Неудача? Да, бывает же неудача. Почему я на это смотрю? Полицейская привычка. Ты на все смотришь. Продолжить. Пожалуй, это не относится к делу. Что за машина здесь проехала? Сложно сказать. От чудовищного похмелья у тебя плывет в глазах. Черт. Блин. Ким. 72%. Ты поймешь, 72%. Слушай, знаешь что? В библиотеку сейчас зайдем, если еще можно. Если еще не поздно. $18.54. Подарочное издание и... подтаявшие конфетки. Опа, книжки продаются, да? Серия книг «Человека из Хельдмаля». Полка битком набита потрепанными книжками в мягкой обложке, в которых изображен чрезмерно мускулистный варвар с мечом в руке. Почти все заголовки содержат слово «Хельмдаль». Так, подожди, сейчас мы просто осмотр сделаем. Здесь что? В темном углу запрятан старые спортивные журналы. Сборник рецептов национальной кухни Арда. Во всех рецептах используется... А ничего, так уютненькое, да, домик? Так это... А это что? Это что такое? Так, ладно, давай-ка все-таки невежливо. Надо хотя бы поздороваться. Приветствую в магазине детективов, романов и биографий. Знаменитости, меня зовут Плизанце, здоровается сотрудница. Приветствую вас, настоятельно прошу следить за тем, какой энергетикой вы наполняете это пространство. Прежде чем продолжить, вы, похоже, дама зажиточная, не дадите мне денег. Ну кто так просто даст тебе денег? Ну что ты говоришь? Этот магазин принадлежит вам? Да. Я владею этим островком культуры, чем весьма горжусь. Она говорит высоким голосом, словно пытаясь придать ему проницательности. Это же ваша дочь стоит у входа? Да. Это Аннет, моя дочь. Надеюсь, не отлынивает от дела, уткнувшись в свою фантастику. Скажите, она была на посту и работала как послушная девочка? Конечно, работает. Может быть, ей все-таки поучиться? Чудесно. Вы с ней говорили? Да. Прекрасно. По шкале от 1 до 10, насколько вас привлекла идея купить книги после беседы с ней?
И не собираюсь. 10. Она чрезвычайно вежливая и обходительная. «Золотце мое, сердце радуется, когда она так старается», — ответ ее весьма удовлетворил. «Если у вас есть дети, желаю, чтобы они выросли такими же замечательными, как моя Аннетта». «Я считаю, что вы с ней поступаете неправильно. Не лезьте не в свое дело, она явственно напрягается. В нашем обществе не принято учить других, как воспитывать детей. Это не ваше дело, только мое». Она справляется с критикой с помощью отрицания. Ладно, сменим тему. Женщина перед вами наблюдает за магазином. Ее плечи напряжены, она то и дело поправляет очки, подвигая их ближе к переносице. Девочка сказала, что это место проклятое. Проклятое? Это она и так сказала, она моргает. Я с ней поговорю. Она вовсе не проклята, в нем бурлит энергия притяжения, весьма способствующая торговле. Мой бизнес процветает. Господи, что она такое несет? А если я хочу купить книгу? Зачем вы тогда со мной говорите? Все на полках, смотрите на здоровье, разве вы не хотите что-нибудь купить? Потеребив свой кулон, она вдруг делает взмах костлявыми пальцами на твою сторону. Ступайте, взгляните на эти манящие полки. А какие книги у вас есть? «Все на полках. Смотрите сами», — она поправляет очки. «Вас же привлекают эти полки, верно?» «Что ж, тогда я посмотрю. Счастливо оставаться». Вот это что такое? Закрыты занавески. Путь в другую комнату перегорожен потрепанными занавесками. На них болтается необычная безделушка в виде клетки. «Извините, офицер», — доносится голос из-за стойки. «Подсобное помещение только для персонала». «Уважаемая, что за занавесками?» «Ничего, прошу, возвращайтесь к полкам». Она крутит в руках кулон. «Разве вы не хотите посмотреть книги? Вас интересует только литература». Она говорит так, будто пытается околдовать тебя, убеждая купить побольше книг. Как ни странно, чем больше она старается отвлечь тебя от занавесок, тем сильнее они манят. Осмотреть странную безделушку в виде клетки. Ты замечаешь какой-то амулет, неправильные многогранники из костей, прутиков и соломы. Из амулета за тобой следят пустые глазницы жутковатой рыбьей головы. Судя по виду, это традиционный семинийский оберег, защищающий от глаза, кошмаров, проклятий и прочих сверхъестественных напастей. Но все-таки она думает о проклятии, да? И кто такие семиницы? Жители Иль-де-Фантом, одного из семининских островов к югу отсюда. Ой, честно говоря, я уже запутался в этих жителях, в этих городах и всем остальном. Продолжить. В амулет с рыбьей головой остается разве что недоверчиво потыкать пальцем, занавески по-прежнему плотно закрыты. Оставить пока в покое. Может, можно поговорить об амулете сейчас с ней? And welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Ладно, поднимемся наверх. Эти полки перегружены книгами из одной серии, повсюду имя Дик Малин. Посмотреть книги на полке. Детективный жанр, прозор профессии, нелепые ложные изображения настоящих полицейских и их тяжелого ежедневного труда. Работа полицейского в этих книгах сильно приукрашена. Умалчивается, сколько времени на самом деле требуется, чтобы проверить все зацепки и исключить тупиковые варианты. Более того, автор даже понятия не имеет, как трудно всего лишь снять с дерева труп. Мало того, здесь ни слова о том, как психологически тяжело год за годом общаться с теми, кто переживает самые мрачные моменты в своей жизни. Ни разу не упоминается, как эта работа осложняет жизнь родных полицейского. Детективы весьма далеки от правды, но что тебе нужно? Список книг с этих полок? Конечно. Вот что ты видишь. Дик Малин на здании, достать Малина, увлекательное приключение Ричарда Малина, грязная история, убийство... Дик Малину, а еще есть? Да, еще есть леди, которая сделала это, прощай мой Малин, все в общем про Малина.
О, подожди. В итоге ты так и не нашел ответ на самый главный вопрос, кто такой Дик Малин. Скорость реакции. Скорость реакции. Ну, ничего нам не мешает. Ну, давай попробуем. Угу, да. Тебе не нравится хватит ответ за хвост. Кажется, он так рядом, остается дотянуться совсем чуть-чуть. Уважаемый, а что это за детективы? О, криминал, ограбление, убийство. Вы же полицейский, само собой, вам стоит приобрести всю серию просто. С помощью этих книг действительно можно стать хорошим детективом. Ну да, ну да. Преступления на сексуальной почве тебя и вправду заинтересовали, но в целом образ Дика Малина лишь портит настроение уйти. Не знаю, может быть, все-таки не влазить в проверки. Действительно, ну меньше 50, нечего там делать. Нечего там делать, меньше 50. Забавная иллюстрация, наверное, очень цветная. Это трактат о магии фашистов, довольно откровенно. Всем известно, что самое интересное в фашистах – это их магия. Стеллаж с биографиями. Табличка на стеллаже гласит: биографии знаменитости, перед тобой множество имен, среди них ни одного знакомого. Давай посмотрим. Множество книг, множество заголовков, у тебя уже голова идет кругом, ничего важного или подходящего не встречается, сплошной банальный эгоизм. Зачем я это сделаю, я не знаю, я просто смотрю. Твое внимание вдруг привлекает необычный заголовок, он гласит: «Любовь на скорости». Настоящая история трагедии Джейкоба Ирва и Альфи Делетра, автор Сесилия Эвербрук. А о чем эта книга? «Любовь на скорости» повествует о романе двух лучших гонщиков тип-топ-турне в истории. Один из них, сорвиголова Джейкоб Ирва, обложку украшает грива его пшеничных волос. Рядом с историей жизни Ирва ты видишь тонкую биографию рок-звезды. Хорошо. Рядом ты видишь Ривальшульскую радиозвезду. Он часто появляется. Я все же настаиваю, чтобы вы купили какую-нибудь книгу, прерывает тебя хозяйка магазина. Мы не даем читать их бесплатно. Листайте, конечно, на здоровье, но не слишком долго. Простите, не хотела вас торопить. Вы же знакомитесь с ассортиментом. Прошу, прошу, прошу. Так, ладно. Карта на стене. На доску объявлений, спрятанную в нише маленькими кнопками, пришпилено несколько карт. У доски отошел один из уголков. Карты выглядят старыми и выцветившими. Перед тобой карты Астравалия, Ривашоля и Мартинеза. Мне в комментариях сказали вы о картах, которые, возможно, здесь можно найти. Может быть, это и они. На этой большой карте изображены архипелаги, словно звезды рассыпались по голубому простору Астравалийского океана. Самый крупный северо-восточный остров называется Лекаю. Что еще? Так, северо-востоку на северном берегу Каю виден... Были вы в книжной лавке, это ты. Вокруг тебя во все стороны лучами расходится великий Ривальшоль радиусом 80 километров, однако главную драгоценность в короне этой изолы все равно едва видно. Посмотреть на края. Океан растворяется в переплетении азимутов и координат, указывающих на пустоту серости. Связи с другими мирами, неведомыми тебе мирами за пределами Астравалия. Тебе известно о них лишь то, что ты там никогда не бывал. Ты имеешь лишь смутное представление о том, что это далекие звезды, боги, однако, глядя на них, ты почти теряешь ощущение собственного «я», чем бы они ни были, изолы неизмеримо огромны в сравнении с тобой и очень-очень далеки. А, хорошо, Ривашоль. Северное побережье Зеленого острова изрезано дельтой реки. Это река Эсперанс. Берега, будто разбитые на осколки, соединены бесчисленными мостами, перекинутыми от городских кварталов к речным островам. Ля Дельта написана огромным искусственным сердцем в застроенном центре, где бурлит жизнь.
Западнее лежит гряда холмов Лежардан, стелома окраины Сен-Батиста, поглощенные мегаполисом. От этих названий веет богатством. Это западный Ривальшоль. А что к западу от реки? Курон. Там вполне можно жить неплохо. Есть еще Джемброк, вот там паршиво. Там никому не стоит жить, но люди живут. А вот Фабур почти так же паршивка, но гораздо больше. А Мартинес? Он так мал, что его даже не видно на карте. Хотя нет, погоди. Вот же он, узкая полоска берега по соседству с Ивальшольским грузовым портом к северу от Джемброка. Выглядит, прямо скажем, уныло, почти как Коул-Сити, честно говоря. Нет, Коул-Сити паршивее, это обугленный обрубок. Хм, сила воли подключилась. Нет, твое место там. Это все, что у тебя есть, и это немало. Улицы и на три фонари, это небо, этот мир, ты все еще жив. Ну, карта Мартинеза. Это не совсем карта. Это открытка для туриста, на которой в изометрической проекции нарисованы здания. В верхнем правом углу указан год 48-й. Однако изображено все подробно, может пригодиться для предстоящего расследования. Видны промышленные портовые контейнеры, даже танцы в тряпье. Уважаемый, я могу купить эти карты? Простите, офицер, продается только карта Мартинеза, другие две уже нет. Да и потом они слишком дорогие, вы вряд ли сможете их себе позволить. Да ты знаешь, мне они как бы и не нужны, вот что я тебе хочу сказать. Несмотря на свой вид, они очень ценные, а вот карта Мартинеза стоит лишь 90 сантимов. 90, дорогуша. А почему? Нет, подожди. Ну, не цены мои финансовые возможности, но как скажете. А почему она такая дешевая? Это старье. Это устаревшая схема, не состоявшаяся туристическая достопримечательность. Лет 5 назад какие-то дизайнеры хотели навести красоту в этом районе. Конную статую отреставрировали. Секунду. Продолжаем. Что-то не похоже на место на приманку для туристов. И что же произошло? Далеко они не продвинулись по какой-то причине. Жаль, что проект не выгорел. Было бы здорово, если бы на Мартинезе облагородили эти трущобы. Бизнесу не способствует. Украсть ее? Господи, украсть. Да зачем? Я ее куплю. Чего ее воровать-то? 90. 90 с этих сантимов. Она кивает. Всегда полезно сдать, где находишься. Так, ну любопытно. Карта это хорошо, наверное. Подожди, где она карта? Замызганная карта района Мартинес. Так, хорошо. Проследите маршрут. Твой палец движется по улицам через Рю де Сен-Гислен и Рю де Сен-Сеспан, через Сен-Брион и Северный Мартинес. И, наконец, останавливается в точке, в которой ты находишься в настоящий момент, хотя на самом карте этого не отмечено. Более подробно смотреть карту можно в журнале по вкладке «Хорошо». Давай, где журнал? Вот как, да? Угу. Карта на стене. Куна, мусорный бак. Аннет. Набережная, церковь. Следы. Стеллаж с детективами. Скорость реакции. Так, хорошо. Карта есть. Ну, то есть я могу украсть и вот эти карты, которые висят, да? Ну, нужно ли или нет? Есть необходимость в этом? Полка с литературой о паранормальных явлениях. Это книжные лавки, не только детективы, романы, биографии, знаменитости. Здесь такой шикарный выбор о литературных паранормальных явлениях. Посмотреть.
Среди множества книг ты находишь произведение авторства некого Матисса Дандаса, называется «Целостность, единство и баланс». Эти три понятия очень близки представителям рабочего класса. Цель этой книги, как и многих других, на этой полке предоставить медицинские рекомендации в тех случаях, когда платная помощь недоступна. Каким же образом? Текст сыплет банальностями и утверждает, что это традиционная медицина. Полная чушь, если помощью даже от простуды не вылечишься, а то и вовсе раком заболеешь. А вот целостность, единство и баланс, напротив, поможет справиться с чем угодно, однако следует отметить, раз исцеление зависит от твоего разума, то он же является и причиной любой болезни. Заболел? Сам виноват, ясненько. Тут говорится о чем-то еще. Здесь также есть главы по следующим темам, как найти магний. Ух ты. Даже перечисляются растения, из которых можно его добыть. Как продолжать пить, если ты алкоголик, отказавший печенью. И есть даже главы о древнем сирайском обычае, утиный желчный пузырь для лечения. Слушай, ну это мне полезно. С моим-то... Можно вот здесь приобрести? Мужчина, книги на этом стеллаже нельзя листать. Такая мудрость только за плату. Не хватало еще, чтобы вы, не знаю, открыли по соседству магазин для полицейских и переманили моих покупателей. Нет. Так, это что такое? Еще одна скучная книга. Кто-то просто бросил ее здесь. Так, а могу... Что значит купить? За сколько? Почем? И очень любопытно заглянуть туда, но что там... Можно ли вот так вот прям... А это что? Гора настольных книг. Небольшая гора из ярких коробок с настольными играми. Настольных игр. Посмотреть. На столе разбросаны самые разные руководства, справочники, сборники, правил. Есть увесистый том в твердой обложке с замысловатым рисунком «Охотники Катуака». Книги в отделе настольки. Кто будет читать их? Что-нибудь тут привлекло мое внимание? На одной из коробок написано «Вирал», дополнение к улучшенным оформлениям. Примечание сбоку гласит: это приключенческая настольная игра, просто фантастика, новые карты и миниатюры. На ценнике указана стоимость 25 реалов. Цена и вправду немалая, но с другой стороны, это все-таки дополнение с улучшенным оформлением в третьем издании. Фигня для хилых задротов. Ну, такую я даже и приобрести-то не могу. Денег нет. А если я хочу купить книгу? Все на полках, хорошо. Так, то есть, книги-то на полках, но как я мне приобрести их? Вот здесь меня заинтересовали книги. Как приобрести? Ну, посмотрел я. Любопытно. Ну а как? Что? Я не могу приобрести книгу? Как мне приобрести книгу? Так, спокойно. Ладно, я, наверное, все-таки закончу здесь. В этом книжном магазине. Уже 7:30. А что там у меня с этим, с белым трауром? Когда ко мне вернется авторитет? Еще не скоро. Ладно, закончу, скажу спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.